Заходим мы сегодня домой и видим вот такую вот картину. Как думаете вообще, что тут было? А вернее, кто тут был? Короче, мы ушли в магазин, забыли закрыть Тёму в вольере. Искали его потом 15 минут. В итоге нашли его вот здесь. Он туда залез. И, видать, я не знаю, что он там делал. Играл, захлопнул за собой ящик. Мы его искали, искали. Уже реально хотели пойти по соседям. Думаю, может, мы как-то, я не знаю, заставили его в кармане. И он ушел. Маленький, ты нашкодничал и спрятался. Ты мой хороший. Ты мой хороший. Ну, ничего страшного. Ничего. Главное, что ты нашелся. Это самое главное.